Здравствуйте все! Это мой первый видеоотчет о работе с Давидом. Хочу рассказать немножко о своей ситуации. Я, как все мамы, наблюдала за своим ребенком и однажды поняла, что мой ребенок развивается не так, как остальные детки, в чем-то отстает, много чего не умеет, что умеют его сверстники. Я стала искать в интернете, смотрела много видеороликов, много читала. Решила обратиться все-таки к специалистам. Мы обратились к нескольким, и нам было озвучено несколько диагнозов. Это было аутизм, отставание психоречевого характера и регрессионная депрессия. Но официально нам на бумажке никто ничего не написал. Я решила, что все-таки надо что-то с этим делать. И вспомнила о видео «Аутизм излечим» мамы Виктора. Я решила написать этому таинственному человеку Давиду. Я долго сомневалась, написать или нет. Но все же я решилась. И вот после второго сеанса с Давидом я заметила, что мой ребенок стал намного спокойнее. Он стал лучше засыпать. У нас практически исчезли взмахи руками. Он изъявляет желание играть с другими детками. Я хочу сказать, что изменения за такой короткий промежуток времени очень большие. Вот после третьего сеанса у нас появился новый звук «ма». Он, правда, еще не обращается как мама, но я очень надеюсь на это. Он стал чаще реагировать на обращенную речь. Я хочу поблагодарить Давида за его работу, сказать огромное спасибо. Вы вселяете надежду в каждую маму, которая к вам обращается, в каждую семью. Большое вам спасибо, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. Спасибо вам, Давид.